Когда сюда во дворец Рамазана приходят тысячи людей, они задают вопрос: выставка выставкой, а куда такое количество товаров? А вот в том-то и дело, что это не просто выставка, это выставка участия. Дело в том, что магнитогорский бизнес, он же как привык, чтобы к нему домой привезли товар, он просто наценку сделал. Так вот, магнитогорский бизнес, сегодня индийская выставка открыта для вас. То есть вы можете в преддверии нового года, в преддверии нового сезона, на лето 2013, здесь же набрать все, прямо здесь же, прямо в Магнитогорске. Ну, сделать свою, естественно, товарную наценку и потом уже продавать. Думайте, господа бизнесмены города Магнитогорска. Такое случается нечасто, а ведь выставка уедет отсюда 16 декабря. Не знаю, как вы, а я в Индии был до кризиса и был в самый разгар кризиса. Мои наблюдения. До кризиса пиво стоило 65 рупий, объесться в кафе можно было за 200. Кризис шлепнул, а цены не изменились. Вот только крутизны индийской прибавилось. Машины стали навороченнее и практически всем. То есть в Индии кризиса нет, как думаю и в Китае, и в Таиланде, и в Корее. Так вот соображаю, а не поехать ли туда замутить СП и не пожить ли нормально? А то у нас как-то странно, кризис российских банков, длящийся уже пятый год. Банкиры и власти наши, я вам тихонько так намекаю, что мы от Второй мировой как-то быстрее отскочили. А мы поучимся у индусов, как в стране с 2-миллиардным населением и даже не чувствовать кризиса. Итак, у вас 2 миллиарда людей, живущих в Индии. Из собственных наблюдений, из этой выставки мы понимаем, что количество людей, занимающихся производством, у вас велико. Взять, к примеру, Россию. Мы кредитуемся под 20-30%. А как у вас можно организовать собственное предприятие? Правительственная ставка кредитования у нас 11,5%. Вы можете взять кредит как у правительства, либо в частном секторе под 20%. Практически как у вас. Но в отличие от вас, у нас кредиты дают, а не выносят предпринимателю мозги. Ну а как нашему россиянину можно замутить бизнес с представителями Республики Индия? Вы заключаете контракт между представителем Индии, которому отдаете от 51% акции, а остальное вам. Понятно, что у нас не практикуется ваше тотальное швырево. У нас как-то попроще, гораздо честнее и надежнее. Берем, потом деньги и все, поехали. Это понятно. Приехали в Индию, нашли представителя, договорились. Но вы-то сейчас здесь, в Магнитогорске. Да, действительно. Мы приехали сюда как выставка. Нам нужны ваши бизнесмены. Прямо здесь, на месте, мы можем заключать контракты и договора. И вы видите наши цены. Все это у вас в 2-3 раза дороже. Нам интересно совместное будущее. Смотрите, выбирайте и общайтесь. Тем для обсуждения много. То есть давайте объясним магнитогорскому бизнесу, что сегодня и сейчас, прямо здесь, вы можете договориться? Да, естественно, прямо сейчас. Или можно организовать поездку на производство. Индия открыта к сотрудничеству. А теперь еще проще. Придите сюда, выбирайте и забирайте из наличия по специальной цене. Это все мы и организовали для Магнитогорска. Вот так все просто-то. Не ждать фуру из Москвы с самым отстойным товаром, просто выбрал и забрал. Я что-то не понимаю, почему магнитогорские бизнесмены так отчаянно протупливают. Вы же все прете из Индии, а оно уже тут есть. Особенности Магнитогорска? Пожалуй, да. Но особенности призваны исправить эта выставка во дворце Рамазана, которая работает до 16 декабря. Интересная дата, 12-12-2012, почти конец света, почти 21-е. И на улице минус 27. Но интерес к магнитогорцев, к выставке Индии не ослабевает. Они сюда идут. И пока здесь только пенсионеры, ну ничего страшного, рабочий день закончится, приедут и металлурги. Потому что есть что выбрать. Конечно, все это заточено в основном на женщин, на комфорт. Но вот в следующий раз, когда выставка приедет, они привезут и Тату Нано, и планшетники за $20. И есть в Индии еще очень много товаров, исключительно заточенных на мужчин.